Всем привет, 27 августа. Смотрим, что стало у нас с Каролиной Рипер и Каролиной Йеллоу. Я сделал на балконе вот перестановочку. Журнальный столик для всех халапенья. И вот такой столик для Каролины Йеллоу. Вот три куста у нас достаточно уже большие. Видим завязи. По всем кустам есть маленькие. Ну, им еще до Нового года расти, так что, надеюсь, появятся плоды. Наш единственный Каролин Рипер вот такой высокий, самый высокий, 98 сантиметров достигает высотой. С халапенья в Москве ничего хорошего мы не увидели, только цветут, опадают, как мы бы их не удобряли. Вот только на одном кустике мы видим плоды. Такие вот маленькие плоды. По 2 там, сантиметра, по 1 сантиметру. Еще здесь один есть на этом кустике. Значит, купил новое удобрение. Так оно называется. Монокалий-фосфат. Дозировка здесь у нас идет 7,5 грамм для овощных культур, 15 грамм на 10 литров воды. Мы будем делать дозировку 10 грамм на 10 литров воды. И каждый куст поливать по 2 литра. Сейчас буду делать это. Значит, по поводу семечек. Вот зеленых с гранда мы уже собираем семечки. Вот это с одного перца. Получилось 114 семян. В среднем по 100 семян. До 100 семян. С черных purple собирается 25 в среднем, ну 10-25 семечек. Их нужно доводить до красноты. Черные их, конечно, вот вкусные кушать. Их там 6 тысяч сковелей. До красноты они уже очень жгучие. Мне кажется, превышают 6 тысяч. Но вот именно с красных мы собираем вообще понемножку. От 9 до 25 семечек. Вот еще purple. Здесь 25 семечек. Также вот приобрели баночки вот такие. 50 баночек по 0,25 литра. Я думаю, здесь в месяц, если гранды, то это около 3 перцев, порезанных колечками. Если перпл черный, тут, наверное, около 5. Вот буду пробовать закручивать. Я думаю, через неделю, возможно, через 2. На дачу не получилось поехать в эти выходные. Передали родственники, что с ними все хорошо. Всех полили. Насчитали зеленых перпл у меня примерно около 100 плодов. Черных перпл около 120 плодов. Я думаю, на 50 банок как раз будет самое оно. Скоро увидите, как будем это все дело закручивать. Главное не запороть. Никогда ничего не гриновал. Вот буду пробовать. Много видео посмотрел. У всех методы разные, рассолы разные. Будем смотреть, что получится. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.